пожарные провели рейд в поселке Новоуткинск. Огнеборцы провели среди местных жителей инструктаж по пожарной безопасности, вручили памятки с номерами экстренных служб. Особое внимание уделяли пожилым людям и многодетным семьям. С 1 апреля начнется запись первоклассников в школы. Прием заявлений продлится до 30 июня. Если ребенка хотят отдать в школу не по прописке, подавать заявление можно будет с 6 июля до 5 сентября. Записать ребенка в первый класс сейчас можно по почте, заказным письмом или направив заявление на электронную почту школы. В Первоуральске пройдет акция «Утилизация». 20 марта с 11 до 13 часов активисты города Первых будут принимать вторсырье на центральной площади перед ДК Первоуральска. Можно будет сдать пластик, металл, батарейки. Люминесцентные лампы и градусники приниматься не будут. Также желающие могут принести корм для животных. Его передадут в приют для бездомных собак и кошек. Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В России он отмечается с 1992 года. В этом же году был принят закон о защите прав потребителя, благодаря которому люди могут защитить себя от недобросовестных продавцов.